Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Сегодня также будет примерка. И это французская марка Sandro. Примерим верхнюю одежду. Сейчас очень модными стали бомберы. А я увидела вот такую интересную, тоже модную верхнюю одежду в таком фиолетовом цвете. Но это 100% полиэстер. И качество не очень, но зато цена 265 евро, и это размер M или двоечка. И второе, это тоже модное, за 595 евро, потому что это кожа натуральная, тоже на заклепках, вот такое карамельное, рубашка, курточка с бахромой. Бахрома тоже очень модная, сейчас актуальная. Нормально все, кроме рукава. Рукава слишком короткие, что ли, не знаю. Но можно их носить как три четверти, поднять их немного. Классно. Вторая тоже на заклепках. Такая рубашечка. Но качество, если честно, ужасное. Давайте посмотрим дальше. Что есть красивого на весну. Это уже Маш, тоже французский бренд. Белый жакет. Белый жакет всегда классные. Это 36 размер, стоит 395 евро. Но это не чисто белый цвет, такой более молочный, красивый. Классный жакет. Сел хорошо, все отлично. Мне кажется, что этот размер именно на меня, хороший, красивый, такой очень праздничный даже жакет. И это его можно, конечно же, надеть и на свадьбу, и на день рождения, и на каждый день, смотря где вы работаете и чем вы занимаетесь. А это наш уже испанский бренд, наш, говорю, испанский бренд Adolfo Dominguez. Тоже все очень просто, лаконично, красиво, но все же своеобразно. Этот бренд тоже можно узнать по одной вещи, по качеству. И цены здесь тоже не маленькие. Вот брючки стоят 120 евро. Платье тоже такое весеннее, но видите, не супер яркое. Прям не сильно такие яркие цвета, но все же весеннее за 220 евро. А вот это уже более интересное. Мне понравилась эта кофта, шикарный синий цвет. Видите, рукава идут такие слитные, прям вот такой еще. Это не костюм, но очень красиво смотрится. Джинсы и вот такая футболка, кроп-топ, что ли, очень хороший плотный материал в белом цвете. И это все стоит 85 евро. И джинсы с лампасами. И, кстати, лампасы не пришиты. Они просто так... Я не знаю, как они это сделали. Один материал, но их как-то высветлили, что ли. И сейчас посмотрим, сколько стоят такие джинсы. 129 евро. И это такой спортшик. Еще одна такая спортивная кофта белая. И мне очень понравились вот эти брюки. Они широкие, и мне кажется, что они прям не, даже не брюки, а так по щиколотку. Смотрятся они очень красиво. Это белая отделка по бокам тоже очень классно смотрится. И мне понравились эти брючки с вот этой кофточкой. Классно все смотрится, цвет этот синий очень красиво. Надеюсь, вам понравилось это видео, было оно вам интересно и полезно. Увидимся с вами скоро, до новых встреч, пока-пока!